Миш, туда нельзя. Там его водитель. Если он нас увидит, сразу все поймет. Черный ход есть. Точно, товарищ Порохов. Мужчина Матвеев Михаил, с ним женщина и маленький ребенок 3 лет. Немедленно добавим. Ближайший поезд через 4 часа. Обождать придется. Ну, как скажешь, будем ждать. Только я думаю, мне не стоит здесь с вами быть. Нас втроем искать будут. Миш, я тебя прошу. Тихо, тихо, послушай меня. Я этот поезд знаю. Он на выезде из Москвы делает короткую остановку, дальше идет малым ходом. Там я на ходу и запрыгну. Мишенька, я тебя прошу, только будь осторожен. Не волнуйся ты. Никуда вы от меня не денетесь. Так, билеты держи. Ты Паку-то ждать будешь? Буду. Будешь? Ягодка ты моя. Да. Держи деньги. Зачем это? Нужно. Держи. Все. Все хорошо, все. Мишенька. Когда мы пойдем домой? Ерунда какая-то. Что будем делать? Порохов, на минуточку. Я сейчас. Возьми его. Возьми его, Порохов, слышишь? Век не забуду. Ты же меня знаешь, Лев Ефремович. Мне, чтобы работу справно работать, благодарность ничья не нужна. Ну, а там как получится. Постарайся. Разрешите? Здесь свободно? Да. Фу. Или успел. Стоянка всего минуту. Лизонька, ты как, кушать не будешь? Нет. Какие мы серьезные. А где наш папа? Скоро будет. Тебе не холодно, нет? Забыл ты что? Да я вроде как не заметил, что здесь вход воспрещен.
Али пропустил чего? Странное место для прогулок. Документы. Да, пожалуйста. Не для того, вроде как, с немцами 3 года воевал. Все по родной земле шагу ступить без пропуска нельзя было. Да ты не переживай больно. А времена такие. Сейчас вся Москва стонет от разных бандитов. Ну, а я-то здесь при чем, а? А лицо мне твое знакомо. Видел тебя, что ли, где? Придется тебе с нами в отдел пройти. Ну, да, дело тогда отдела. Мы люди послушные. Разрешите? Сволочь! Стой! Как же так нехорошо с вашим мужем получилось? На поезд опоздал. Замолчите, а? Стоять! Стрелять буду! Здравствуй, Лёва. Здравствуй, Люба. Как Лизонька? Я её с соседкой оставила. Привет, я дядя Лёва. Лёв, ты же знаешь, зачем я пришла. Догадываюсь. Лёва. Лёв. Прокурор на суде для Миши будет просить 12 лет. Сам виноват. Лёва. Сам признался, что налёт совершал. Лёв. Награбленное не вернул, подельников не выдал. А закон, Люба, он один. Один для всех. Лёв, ну ты же всё можешь. Лёва! Ну тебя же самого когда-то вытащили. Ну сейчас же всё можно. Лёва! Времена были другие. А сейчас я и Матвеева не вытащу, и сам вместе с ним сяду. Ты этого хочешь? Лёв. Бери, что хочешь. Хочешь? Бери. Так а нет у тебя того, что мне нужно? Лёв. Нет, и взять тебе это негде. Проходили. И давай не будем об этом тошно. Лёвочка. Лёва. Лёв, я умоляю тебя, ну помоги! Лёв, ну помоги! Да зачем он тебе? Он же вор. Вор! 3 ходки у него, и 4-я будет. На себя плевать, ребёнке подумай. Он будет сидеть, а ты его ждать будешь. Посылки ему слать. Люба, забудь его. Забудь его, о Лизе подумай. Я в субботу зайти хотел. Ну так что, гражданин Матвеев, говорить будем или как? Свидетель говорит, вас 4 было. Ты здесь. Где еще 3 искать? Без понятия, гражданин начальник.
Они люди взрослые и передо мной не отчитываются. Угу. Допустим. Но имена подельников ты должен знать. Ваша правда, должен. Да что-то в последнее время голова дырявая стала, словно ведро старое. Вытекает все. Ну ты мне тут еще шуточки пошути, Матвеев. Я тебе так лицо разукрашу. Остынь, Ершов. Этим его не проймешь, я тебе точно говорю. А чем, Анатолий Глебович? Да ничем. Так и будет тебе молчать. Тогда вы сами. Смотрю на тебя, Матвеев. Иди, удаюсь. Ну, чуть тебе на месте не сидится, а? Страна тебе все грехи отпустила. Жена у тебя замечательная. Любит тебя, дурака. Руки есть, голова. Но в чем дело-то? Да вы же сами все сказали, Анатолий Глебович. Дурак и есть. Умным на секунду побудь, и вот о чем подумай. Пойдешь сейчас на сотрудничество, и мы тебе навстречу пойдем. Постараемся поменьше накрутить. Домой поскорее вернешься. К жене, к дочке. А будешь молчать, получишь по полной, как за всех. Подумай, Матвеев. Как следует подумай. Да нечего тут думать. Гражданин начальник. Да. Ну, заходи на. Товарищ полковник. Извините за беспокойство. Случилось что? В окно. Выгляните, товарищ полковник. Ты мне этого довель-то брось. Доложи по форме. Есть. Сегодня утром в 8 часов ефрейтором 2-й роты Габиулина были обнаружены двое заключенных колымского лагеря под номерами Р-934 и… Ты жалишь, что ли? Никак нет, убиты. В окно зачем глядеть? Так, для наглядности, что ли? Дури твоя башка, солдат. Толку от тебя никакого. Наглядность для него. Оба блатные, товарищ полковник. Суки, видать. Ты мне это словечко-то брось. Так блатари их так называют, товарищ полковник. Да они пусть как хотят себя называют, а ты солдат внутренних войск. Комсомолец на. Виноват, товарищ полковник. Ну, видать, эти двое заключенных из тех, которые с фашистами воевали. Так-то оно лучше. Ну, совсем оборзели. Царева ко мне. Есть. ЗК Царев, товарищ полковник. Заводите. Заводи. Свободны! Есть. Присаживайся, Царев. Спасибо, начальник. Я постою. Это что, Царев, происходит-то, а? Чего мне опять судилище устроили? А в чем дело, гражданин начальник? Ты мне дуру-то не гони. Прекрасно знаешь, о чем я говорю. Просветите серость. Самому мне как-то не докумекать. Ну, смотри, Царев, я тебя предупредил. Иди и подумай. И смотри, чтоб самому на себя обидеться не пришлось. Гражданин начальник, все же знают, что у нас в четверке только настоящие блатари кантуют, а вы нам все этих сук шлете в воздух портить. И я не при делах. Меня не будет, они все равно дохнуть не перестанут.
Здрасте, Лев Ефремович. Здрасте. А их нет. Третьего дня как уехали. Куда уехали? Ну уж чего не скажу, того не скажу. Не докладывали. Собрали чемоданы и уехали. Спасибо, это вам. Ой, спасибо! На Лубянку. Ко мне. Мам, можно кушать? Сейчас пойдем. Пошли в дом. Сейчас, 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 пойдем. Пожалуйста. Ну что, доченька, тут мы будем жить. Чего так пусто? Мы это исправим. Так где, ты говоришь, воевал Матвеев? Сначала под Калининым, потом Волхов, затем на белорусский кинули. Ну и там уж до Берлина. Ну а под Калининым кто комдив-то у тебя был? Пляскин. О, отличный мужик, я его знал. Ничего. А сами где? Ну, я в основном по югам. У Чайков в Сталинграде. Потом Украину вычищали. Эх, Матвеев, Матвеев. Давай-ка ты исправляйся. Да домой к семье. Нечего тебе по лагерям-то отираться. Сколько дочки? Три уже. Ну вот, замуж успеешь отдать. А может, и раньше отскочишь. Хорошо бы. Опа! Отправить в АТЛ-4. Майор НКВД Д.П. Петров. Да это ж четверка. Это ж на бой. Нет, тут какая-то ошибка. Случилось что, начальник? Честно? Ну? Тут тебя просто на верную смерть отправляют. На четверке военщину режут. Просто не глядя. Сиди здесь, я сейчас у начальства уточню. Я сейчас. Живой. Блядь, Саша.
Живой. Здорово, дядя Саша. Ну, рассказывайте. Неужто вы наконец решили к нам, политическим, примкнуть? Да ну нет, ну куда мне до вас, дядя Саша? По привычке я. Миша, вроде бы сильный вы человек. Я ведь сильнее вас, пожалуй, и не встречал. А привычку эту поганую бросить не можете. Знаете-ка что? Мне в санчасти нужен помощник. Работы, конечно, много, зато в тепле. И, знаете... Что? Вор, что ли? Да вроде так. А что же ты тогда к уважаемым людям спиной поворачиваешься? Хоть за мной. Разговор к тебе есть. Ну, куда же вы тащите человека? Дайте ему хоть дороги тебя, передать. Тебя, дедуля, забыли спросить. Давай за мной, пока вперед ногами не понесли. Ты нас, Матвей, правильно пойми. Не мы эту войну начали, не нам ее останавливать. Это вы нас заставили нож целовать. А те, кто в отказ пошел, на перо поставили. Я тебя, царь, целовать ничего не заставляю. И до войны вашей мне... А вот это ты зря. Это у тебя с немцами ваша была. А вот это уже наша пошла. И в сторонке отсидеться не получится. Закон ты, Матвей, знаешь. Вору, если он не сявка пособорная, с государством никаких дел иметь нельзя. Иначе он уже не вор, а сука. Выпущу. Легкой смерти, Матвей, ты не отделаешься. Вы наших трюмите, ломаете, калечите почем зря. Вот и мы нынче вам тем же отвечаем. Да чего пользуетесь? Опустит молоток, без левого глаза останется. А потом и без правого. Свободой клянусь. Чем дело, Лобан? Ты же у нас вроде как вор правильный. Сам же стоял, что вору сукой быть нельзя. Что-то ты меня запутал совсем. Ты про меня, царь, все знаешь. Но кое-что могу добавить. С этим человеком я с 33-го года знаком. Ему следак всю печень по муру размазал, а он меня не сдал. И еще много раз из легавки вытаскивал. Так что я буду последней падлой, если позволю вам тут замочить его, за здорово живешь. Всем понятно? Ты, Лобан, с козырей заходишь. Отпустите его пока. Твой день. Макаров, Мингелов, Маслаченко, Матвеев. Матвеев. Мать. Петров, это Грач. Списки погибших по Северо-Восточному округу полные. Других нет? В командировку, значит, хотите? Ну что ж, благодарю за инициативу, просмотрим. Дело, конечно, нужное. Сами понимаете, работать предстоит в условиях чрезвычайного положения. Угу. Понимаю, товарищ генерал. И надеюсь, что партия даст
мне все необходимые полномочия. Я что, все тебя спросить-то забываю? Ты друга нашего не встречал? Какого? Сердешного. Моню нашего, который нас с тобой тогда с потрохами сдал. Я так слышал, поквитаться с ним так и не удалось. Амелин, на процедуры. Ну что, доктор, когда нас в центр-то переведут? Обрадовать вас, к сожалению, ничем не могу. Транспорта нет, чтобы вас отправить. Да и центральная больница, говорят, и без того переполнена. Доктор, ты найди выход. Или ты думаешь, царю прямо здесь в больничке нас замочить слабо? Так вот, не слабо. И тебя еще заодно на перо подсадят. Человека оставь в покое. Будет возможность, у нас обязательно вытащит. Ладно. День еще ждем. Потом придется себе руки рубить, чтобы здесь все поняли, что мы с тобой тяжело больные. Курить охота. В больничку залегли, царь. И один, и второй. Сдается мне, спрыгнуть они задумали. Ну, спрыгнуть я им не дам. Еще бы ты кончил. Да не хотелось медведя без глаза оставлять. А еще слыхал, делегация к нам собирается. Ну-ка, ну-ка, что за делегация? Суки. Военщина. Разговор с тобой вести будут. Начальник лагеря добро дал. Ну что ж. Пусть едут. Так порежут нас всех, царь. А это мы еще поглядим. Еще хочу. Ешь, дочка, на здоровье. Давичи Колька тракторист подходил. Ну? Сосватать Любку пытался. Да есть у твоего Кольки жена уж. Бутылкой зовется. Угу. Хоть и так. Все лучше, чем какого-то уголовника по 10 лет дожидаться. Или ты думаешь, кто лучше посватается? Так не дождешься. Спасибо, очень вкусно. Люб. Да хватит уже. Ты уж ей раз посоветовал замуж выйти. Ну? Пусть теперь своим умом живет. Нежные все стали. Вилами взад не ткни. Если вот так. Уверен? Уверен, уверен. Матвеев, начальнику лагеря. Чего бы это? Без разговоров, давай на выход. Давай, давай. Вызывали? Здравствуй, Матвеев. А я иду и думаю, что за дело срочное? А меня дружище, оказывается, старый приехал навестить. Ну ты извини, что стол не накрываю. Ничего, переживу. Звал ты чего? А меня с вашей войной, сучий, разобраться прислали.
зачинщиков главных устранить, понимаешь? А Матвеев-то тут при чем? Насколько я знаю... Молчать! Мне виднее, кто тут при чем, а кто нет. Что скажешь, Матвеев? Выглядишь ты паршивенько, Лёва. Нам бы наедине поговорить. А, конечно, я... А хотя оставайтесь! Мы прогуляемся. А как же... Свободен, сказал! Есть! Шикарно! Стоять! Ну что, Матвей? Скажешь что-нибудь на прощение? Стрелять-то как будешь? На ногах еле стоишь. Ближе подойди и патроны не трать. Ой, Лёва, Лёва, как только таких в органах держит, ума не приложу. Есть. А Матвеев-то где? Убит при попытке к бегству. А тело где? В лесу не дотащил. Ты не волнуйся, ты начальник, не волнуйся. Нет. Наша власть особая, полномочия. Вернусь, на этом самом месте дом наш поставлю. Жить с тобой будем. Ну и ребятишек будет. Ты вернись сначала. Важные органы не задеты. Что вы собираетесь делать дальше? Выспаться, дядь Саш. Да, в барак вам нельзя, из лагеря вам никуда не деться. Ваш бывший
Друг детства второй раз постарается уж не промахнуться. На, дерни. Так что оставайтесь здесь, пока он не уедет. По крайней мере, выспитесь. Разберемся. Шаренку по одному. Какие люди! Уж и не пойму, за что такая честь. С чем пожаловали? Значит так, урки, слушай сюда. Кто нож поцелует, тот с нами. Остальные лягут в братскую могилу. Так или иначе, нам лишней крови не надо. Народу нынче и так полегло немало. Так что ты первый царь. Ох, спасибо, Фома, уважили на старости лет. А то, знаешь, так жить хочется. Тебе же, наверное, тоже. Ты сначала нож поцелуй, а потом мы с тобой за жизнь побазарим. Гастроль, значит, давать приехали. Ну, а если мы вам свой концерт покажем? На колени, царь. Порядок такой. Я понимаю, Фома, порядок есть порядок. Резня началась. Обещали же тихо. Рядовой нельзя. Мне надо открыть. Рядовой отставить. Надо открыть. Рядовой! Фаяками своими свести. А ничего у вас не вышло, суки красноперые. Со мной пойдешь. Получай, гнида! Давай полюбуйся, начальник, что творится. А ну-ка прикажи своим бойцам, чтобы завались. Иначе порешим всех до последнего. Да пошел ты! А я знаю, почему ты такой смелый. Тебе уже все равно, правда? Либо я сейчас прикончу, либо платье твое потом сдернет. Ты хоть о бойцах своих подумай! Ну! Я сказал, пошел ты! Ах!
Дикий Матвей. Хочешь, чтоб нас всех в одну яму побросали? И ты, начальник, своим скажи, чтоб не стреляли пока. Кончай бузи! Всем стоять! Прекратить огонь! Меня слушай! Кому добро будет, если мы здесь друг друга ножиками почикаем? Нам, что ли? Ах, ты падаешь! Попкам, которые нас серегут, или закону, скажите? Что это за закон такой? Сколько он людей поломал? Кур в подзаборных перекрасках. Сыночек, чтоб я сдох. Лобан. Да где ж ты пропадал-то, родной? Уйди. Давай обнимемся. Есть, который за мной проломит, и на столицу пойдет. Что решать будем, начальник? Тебя же вроде застрелили вчера, Матвеев. Застрелили, но, видимо, не до конца. А чего в побег не пошел? Куда, волков кормить? Что решать будем? Я своих в барак уведу, бузы не будет, обещаю. Только и ты слово дай, начальник. Что дело это закроешь, и военщину эту, законников новых, в лагерь больше не пустишь. А то ведь, если так дальше пойдет, кто план государства по древесине выполнять будет? А так будем жить тихо, мирно да складно. Военщину? Так ведь ты сам воевал, Матвеев. Воевал. Поэтому и крови лишней не хочу. Решать-то что будем? А ну как обману? Тебе ведь лишние хлопоты не нужны, начальник? Да. Ну и что мне теперь с этим майором-то московским делать? Напишешь начальству, что так, мол, и так. В ходе проверки возник конфликт. Майор Грач геройски подавил бузу, но сам пал смертью храбрых при исполнении. Да чё я тебя учу? Ты, небось, эти бумажки лучше моего строчишь. А остальное свалишь на царя, да на Фому с Лобаном. Им теперь все равно. А нам с тобой пожить надо. Так ведь, начальник? Ну что, начальник, давай наводи порядок. Значит так, слушай мою команду. Трупы убрать, раненых в санчасть, ЗК по баракам. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. А вы кто? Вам кого? Дядя, откуда вы знаете, как меня зовут?
Мама, а кто это?